Так, лабораторная работа номер три. Продолжаем рассматривать операторы цикла. Ну и оператор цикла, соответственно, с параметром. Так, есть у нас условия задачи, то есть нам нужно посчитать факториал числа, соответственно, принцип, как он рассчитывается, то есть показано на примере. Так, как будет выглядеть, соответственно, программа? Итак, раздел заголовочек. Пример 9. Так, дальше нам понадобится следующая переменная. Это переменная i, которая будет у нас параметром цикла. Поэтому сделаем ее целочисленной. Ну и f, соответственно, сделаем вещественным для того, чтобы вычислял факториал. Так, дальше пишем тело программы, который начинается begin и заканчивается endom с точкой. Так, теперь при помощи стандартной процедуры вывода пишем опять себе комментарий. То есть надо ввести число, у которого будет считаться факториал. Поэтому здесь мы еще добавим переменную n. Так, ну а при помощи стандартной процедуры ввода мы осуществим вот этого значения. Так, дальше пишем цикл с параметром. Так, ну и начинаем вычислять, соответственно, факториал. Так. Не забываем, что начальное значение факториала нам нужно поставить. Значение равное 1. Потому что изначально все перемены равны 0. Если мы не поставим единицу, то и произведение будет равно у нас 0. Так, ну и можно тогда начинать не с единицы, а, например, с двойки. Так, ну и стандартным оператором вывода осуществляем вывод полученного значения на экран. Так, запускаем, проверяем программу. Вводим значение, равное 7. Получаем результат. Так, ну и вот мы выполнили основной этап, из которого исходят все остальные, соответственно, этапы. Итак, копируем программу, переходим в электронную таблицу, вставляем во вторую ячейку. Так, следующее действие. Здесь пишем m равно, ставим значение 7. Так, здесь, по идее, идет параметр цикла от 1 до m, но ввиду того, что в Excel есть функция вычисления факториала, поэтому пользуемся ей, открываем математический либо полный алфавит и ищем, соответственно, факториал. Вот он возвращает факториал числа, и просто нажимаем на то значение, которое нам нужно посчитать. И у нас появился результат. Ну и результат, как обычно, совпал с результатом, который мы набрали
соответственно, Паскаля. То есть, и есть другой вариант, более сложный, соответственно. Здесь мы поставим начальное значение равное единице. Так, ну а здесь, соответственно, посчитаем до 7. Ну, результат будет тот же. Достаточно воспользоваться, если есть наличие стандартной функции, которую предоставляет электронная таблица. Так, следующий этап — это у нас оформление. То есть пишем условия задачи. Следующее, вставляем код программы. Так, ну и рисуем, соответственно, блок-схему. Добавляем новое полотно. Так, и опять нам понадобятся фигуры. Это начало. Дальше ввод значений n. Так, дальше нам понадобится вычисление, то есть присвоение f равно единице. Так, следующее, нам нужен шестиугольник. Так, дальше опять копируем вычислительный блок, так как здесь будем вычислять факториал. Так, копируем блок ввода-вывода параллелограмм. Так, ну и копируем начало-конец. Здесь у нас будет конец. Так, опять соединяем соединительными линиями со стрелками, указываем путь выполнения блоков. Так, ну и начинаем указываем изменение параметра от единицы до n. Так, дальше. Копируем вычисление факториала по формуле произведения. Так, выводим полученное значение на экран. Ну и пишем окончание выполнения программы. Так, ну и вот так он будет выглядеть, блок-схема.
исчисление факториала. Так, ну и не забываем, соответственно, защиту лабораторную работу.